древние времена. Поселилась у реки Нерехты под глушишным мостом чудище трехголовое. Одна голова веселая, другая хитрая, а третья в наушниках. Стало это чудище людей пугать, к девушкам приставать. Сердечко у Алешеньки. Решил он проучить змея Горыныча, чтобы знал, как с чужими девушками заигрывать. Взял он меч булатный, стал бить его змея. Три дня и три ночи. Не покоряется сила злобная. Позвал Алеша друзей верных, богатырей русских. Это наша земля, русская. Стоим за землю богатырскую. С политическим подтекстом. Накануне выборов. Горыныч американский получает. Бились они еще три дня и три ночи, не одолеть силу темную. И вот пришли на помощь их боевые подруги. Ну, как всегда. Что еще подруги могут прийти? Бау. И вам, богатыри, хватит мечами махать. Откидайте-ка лучше борща горяченького. Столь ценили хоть. И начался пир на весь мир. И раз, 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 два, три. Дам-ти-ми-дам-ти-ми-дам. До самой старости.